Это «Сейчас в сети», я Анастасия Дьякова. Впереди 5 минут самых ярких новинок интернета. Поехали! Долгожданная новинка для любителей гибридов. Смартфон с легкостью превращается в ноутбук. Никаких кабелей, специальных программ. Просто вставляете телефон в специальный слот. И вуаля, лэптоп готов к работе. В комплект входит клавиатура, экран, мощные колонки и ваш смартфон в роли мозгового центра новоиспеченной машины. Цена вопроса $250. Правда, пока дизайнеры еще дорабатывают детали корпуса. Но уже сейчас уверяют, что проект K-Stop должен потрясти мир и стать самым важным технопрорывом последнего времени. Волшебный техногриб для миллионеров выпустили швейцарские ювелиры. Мне он стал самым дорогим мухомором в мире. Это не просто украшение. Под шляпку, которая переливается изумрудами и бриллиантами, вы можете спрятать все самое ценное – информацию. Красиво и практично. Объем флешки 32 гигабайта. Немного расстраивает цена – почти 1,5 миллиона рублей. Хотя авторы предлагают даже сэкономить, выбрав вместо белого золота – желтое или розовое. Так что всем падким на блеск и шик, уже пора заказывать драгоценные мухоморы. Кстати, авторов вдохновила книга Кэрролла «Алиса в стране чудес». Нет предела русской смекалки, особенно когда нужно выкрутиться из, казалось бы, тупиковой ситуации. Вот паводки размыли мост. Переправы нет, но нужно просто срочно попасть на другой берег. И тут, как нельзя кстати, оказались два экскаватора. Операторы быстро соорудили экстремальный паром-аттракцион. И развлеклись, и хорошо подзаработали, да еще и стали звездами интернета. Пока, правда, анонимными. Но вот на селе теперь нет отбоя от клиентов, жаждущих полетать над бурными потоками. Как это умиротворяюще, под плеск волн на побережье рисовать загадочные узоры на песке. Но готовы ли вы взять в руки садовые грабли и часами ходить по пляжу, чтобы получились вот такие масштабные полотна? Хотя что еще делать, если ты живешь в солнечной Калифорнии с видом на океан? Вот так и проводят дни местные жители. А мы смотрим результат и собираемся на работу. Как вы думаете, что это? Красивые космические узоры? На самом деле медузы, причем самый опасный в мире вид. Физалия или португальский кораблик. Встреча с ней может обернуться серьезной травмой или даже смертью. Но только не для художника из Америки. Аарон Ансаров превратил устрашающие щупальцы в объект фотоискусства. Получился обжигающий своей красотой калейдоскоп. Что будет, если соединить кота и ленивца? Доставайте платки, время вытирать слезы умиления. Вот обычный вечер двух давних друзей. Как трогательно, ленивец обнимает, убаюкивает кота и даже чешет ему за ушком. Сложно понять, что удерживает кота рядом. Такие нечеловеческие ласки или все-таки устрашающие когти и мертвая хватка объятий. Ну, кажется, все обошлось. Да уж, любовь бывает с коготками. Продолжаем любоваться идиллией. Мертвая хватка, упорство и желание победить на чемпионате по гимнастике. Что еще может заставить скакать, хватать и долго бесить? Этот головокружительный питбуль, без сомнения, заслужил свой 1 000 000 лайков на YouTube и сахарную косточку дома на ужин. Вот и все. Продолжение ровно через час на 5. Увидимся. А пока смотрите «Утро на 5».